Итак, мы продолжаем, и я забыл заварить кофе. Ах, ладно, ничего. Часик, я думаю, без кофе я как-нибудь выдержу. Ну, блин, это не точно. А, кстати, стопэ. Стопэ. У нас же книжечки-то сегодня не зафармлены от слова совсем. У нас сегодня не зафармлены книги, а сегодня среда. Давайте посмотрим, кого мы... дальше будем качать. Чего у нас у Гора по Ешке вообще? Так, непонятно, что у Гора по Ешке, что у нас тут? Учение о свете, как раз такие в среду. Но нам там одна Ешка... А Кекинг, а что Кекинг? Там. Там у нас понедельник и завтра. Тут как бы все. Кекинга пока без книг. Это точно. Ешка Альбеда. У нас сегодня Ешка Альбеда. Но 16 книг мы... Смола у нас, в принципе, есть. Мы можем прямо сейчас пойти и бахнуть Альбедо корону на Ешку. Ну, мы можем себе, наверное, это позволить. Правда, я вообще хз. Что тут за данж на эти книжки? Так, у нас же три захода с обычной смолой, да? В смысле ады страдания? Это стрёмный данж? Или чего? Или где? Чиби, ты меня раньше времени не пугай, я и так боюсь. Так. К чему готовиться-то? Ледяной данж? А. Так а... Нам-то чего от ледяного данжа? Я вообще, вон, Ипта. Я ж с собой Барбару-то не взял. Уже хорошо. Сейчас мы только до ульты доберемся и все. Сейчас мы только доберемся до ульты. Вообще у нас какома есть. Так, ульта-то есть, но давайте слаймов мы просто затычем. А ульту уже побережем на что-нибудь вкусное. Я такой ленивый. Не, ну сейчас, если бы ульта была, все было бы нормально. Я, вон, под какомой даже урона не чувствую. Без деда попробуй. Нафиг вот дед вообще тут нужен? Ай. Ладно, это было неприятно. Согласен. Как и вот это. Ну все, и погнали. Не знаю, пока что-то не очень страшно. Если честно. Страшно мне должно быть сейчас, видимо, да? Вот сюда нужна была ульта Ита. Угу. Причем обязательно. Не тем отрядом я пошел, не тем отрядом. Еще исправим. Я считаю, что я уже потестил нормально гео-отряд, можно сюда пойти адекватным отрядом. Дайте книг, пожалуйста. Да, Йома уже идет. Это именно время Йомы. Так, поехали.
Да как куда без козы-то? Вы чё? Вы чё? Куда я без козы своей? Куда я без своей любимой козюли? Так. Чё-то призадумался. Сюда Аяку еще воткнуть. Вообще можно взять Зелюка, да. Он прям порешает. Вот. Он справится вообще со всем. Со всеми проблемами, которые нас могут ждать. Давайте вон Гекингу возьмем. Зачем? Не знаю. Надо. Ой, слушай, девочка моя, что-то тебя покусали. Что-то тебя покусали. Причем хорошо так покусали. Не деда кто-то разок куснул. Так, все. Йома сделал. Кицуна сделала то, ради чего она была здесь, собственно, рождена. Кицуна может уходить. Опа, и Ешка КДшнулась. Ля, как удачно. Так, давайте это в кучку, пожалуйста. В кучку, пожалуйста. Не? О, спасибо. Ой, сюда же можно было красивенько прожать ульту товарища казаха. Чтобы прям вообще зашло. Не, ну поприятнее, чем сыт-то, да? Деда призвали из отпуска, да? Ситуация такая. Безотлагательная. Подождите, ребят, напомните, пожалуйста, на кого мы книжки фармим? Сука, этот час без кофе, он будет максимально мучительным для меня. На кого мы фармим книги? А, на Альбеда Ешку, все, понял. Минус один вопрос. Минус один вопрос. Главное, пойти пошел, а зачем пошел, непонятно. Ну, бывает. Ой, чё-то щиток. А не, на месте. Все хорошо. Давайте, давайте, ну. Пупсы. Кицуна, твое время! По 1300! Ну мы справимся, да? Конечно, справимся. Да ты... Данжи закончился, вы чё? Ля... Я... Тихо. Подождите. Парочка моментиков. Всё-таки меч, Джин, отдай. А вы помните, как Кицуна мне всю игру с этим мечом проходила за счет того, что у этого меча отхил? Она же мне... Бездну. Она мне всех боссов проходила. Ну, когда у меня не было еще других нормальных персонажей. Она просто с вот этим с вот этим мечом она делала мне всю игру. Абсолютно. Эх, было время. Но, надо же помнить, за что мы любим все Кицуну. Это за вот это. Ну, подождите. Мне кажется, или она стала мягче? Подождите, серьезно? Она же меньше была. То есть за то время, пока она не ходила с нами на задание, она отъедала жопку? Я правильно понимаю? То, что сейчас происходит. Как по мне, была меньше. Я давно не видел, правда, но...
По ощущениям все именно так. Так, ну нам еще раз придется сходить. И не раз, наверное. Креветочки во фритюре. Да, 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 точно. Ивент с Гобой, да. И вот они последствия. Ну, что поделать. Ну все, теперь надо ее с собой будет куда-нибудь таскать. Ну, она опять, вот, она опять булит врагов, она опять их оскорбляет. Даже я себе такого не позволяю, держу в курсе, если что. Даже я не настолько агрессивен, чтобы вот так называть хиличурлов. Так, Фицина, поехали. Ты чувствуешь себя электро-ДД, Кицуна? Чувствуешь? Короче, чувствуй, ты электро-ДД, все. О, по тысяче там такие цифры залетают, вы чё? Ай. Так, чем мы занимаемся? Чем мы занимаемся? Да, а где? Короче, минус Ешка, я понял. Ну и ладно. Так, Кицуна, давай, ты электро-ДД. Давай. А вы видели? Вот это вот все, что сейчас было, это Кицуна сделала, между прочим. Боньк. Блин, какая классная физ-кекинга была. Ай. Она чувствует себя лишь талисманом в пачке? Нет, она сейчас что-то делала. Она была сейчас полезна, не надо тут. Да, Нэри, да. Мы сейчас ее взяли на прогулку, чтобы она в новое платьишко-то смогла влезть, а то... Ой, пожила у бабушки в деревне, видимо, пока мы ей не играли. Ну и вот он результат. Давайте глянем, что по книгам. Зато Йома у нас натренированная. А вот кто-кто, а Йома уж точно. Так, Альбед, ты как вообще себя чувствуешь? И что за книги тебе нужны были? Нэри, спасибо за кошку жену. Философия о поэзии. О, кстати. Да, Чиби есть такое немножко. Ну, как раз у нее будет время сбросить накопленное. Так, дайте мне поэзию, пожалуйста. Да вы издеваетесь. А поэзия где? Подождите, я шутка какая-то? Дзюлюка прокачивай. Куда? Куда? Куда прокачивать Дзюлюка? Дзюлюк и так, в принципе, нахер не нужен был, когда есть Кли и есть Хутао. А когда... Ну, даже без них он, я не знаю. Но а когда есть и Кли, и Хутао, какой Дзюлюк? Куда Дзюлюк? Зачем Дзюлюк? Кто такой Дзюлюк? С той же Хутавой он и рядом нигде не лежал. Да он даже с Йомой рядом не лежал. Ну, типа, любой пятизвездочный пиро персонаж априори лучше Дзюлюка. Куда его девать-то? Так. У нас проблемы с книжками по-прежнему остались. По-прежнему у нас остались проблемы с книжками. Мы нифига Альбеда не дофармили. Прям от слова совсем. Мы только половину книжек насобирали. Шадик, ты чё? Шадик, ты чё? Ты куда? Ай, 6 книг. Надо собирать.
Надо собирать 6 книг. Шадик, ты вообще жив? Во, сейчас наверняка просто добьем книжечки. Икицина не бесполезна. Она не бесполезна была, она работала. Так, давайте мы пойдем по доброй верной традиции. Давайте мы кого-нибудь разденем. Шадик, ты до сих пор не окицинился? Серьезно? Подождите, а у нас есть этот? Ну вот этот. Кто это? Подожди, а зачем ты вообще на Лизе? Подождите, ты зачем на Лизе? И почему ты один? Так. О, торт, отдавай. Ты-то куда? Все, сейчас мы затерионим тортика. Угу. Так. Шанс крита, сила атаки. Что-то как-то так эти играбельны. Чича не играбельна. Крит урон. Опа, давай сюда. А я тортом же никогда и не играл. Кёка же не гидра. Будет гидра. Чё нам стоит намочить Кёку? Тут же не проблема. Ой, так, а тут у нас все играбил. Хутава. Крит урон, хп. Блин, какой бред. Крит урон. О, опачки. Две защиты. Ну и что? Ну и что? Ну и нормально, ну и пойдет. Не, кицин не С2, к сожалению. Не, ну ты же не гидра, правильно? И даже не пира. Ну, как бы, блин. Это, кстати, по-моему... Не-не-не, это все-таки не с... Это не с нее кубок. У нее тоже был кубок на физурон, а какой, я вот не помню. И куда он ушел? У меня Розария, кстати, с бонусом анима урона. Не обращайте внимания, это так и должно быть. Все хорошо. Шанс крита, восстановление энергии. А, ну, у Кицины и так бонус физурона, но нам бы силу атаки. Давайте хотя бы вот это. Электро у меня ничего нету. Ну и, наверное, крит урон. Так, не, подождите, что у нас вообще по балансу получается? 55, 145, да, нам нужен кубок на крит урон однозначно. Сходи в электроданж. Чиби, можно ходить 2 месяца и не выбить ни одного нормального арта. Сколько у меня ее? Сейчас глянем. Сейчас покажу. Так, крит урон. С кого бы я еще дернул? О, шанс крит... Ля, чё есть? Прости, хутавочка, прости. Ля, чё есть? Смотрите, 65-207. Чуете вкус кекинги играбельной? Я чую. Прям запахло играбельной кекингой. Вот это, вот играбельная кекинга. А если... Так, прости, девочка моя, мы ненадолго. Мы тебе вернем. Честно, я верну. Я обещаю, я тебе верну потом. Так, допустим. Что имеем? 2400. 37251. Вот, ну, хорошо. В целом хорошо. Хам. Хуму-хуму. Так, ну что, девочка моя, ты готова? С 37 это почти 50. В смысле, раз в вечность. У меня у этой, у кого? У меня у Эолы такой же крит-стат, по сути. Вон. 36. И нормально, критует. Хорошо критует.
Субару, не, сегодня, наверное, ракеты у нас не будет. Или попробовать все-таки пофармить электроданжик, чтобы получить бонус. Нам два арта нужно собрать. По-хорошему нам еще... А Кикинга вот, Шадик, ты спрашивал, вот она. Она близка. Катя, да, там расписание под самим стримом, там снизу есть расписание. Осталось две кикинги, которые мне... Так, возвращение звезды, это получается Ешка. При выполнении обычной или заряженной атаки, либо при активации элементального навыка или взрыва стихии, Кицин получает 6% бонусного электроурона. И все это не связано друг с другом. То есть мы сначала юзаем ульту, потом юзаем Ешку, потом юзаем автоатаку, и у нас получается сразу 18% бонус. Приятно, приятно. Но вот мне нравится C4 Кекинга, потому что при вызове электрореакции Кецин увеличивает силу атаки на 25%. Вот в чем вкуснятинка этой кекинги. Пойдемте кого-нибудь убьем. Я не уверен, что мы кого-нибудь убьем, но мы попытаемся хотя бы. Сейчас мы в Инадзуме найдем какую-нибудь маленькую тварь. Короче, да, пойдем сейчас добивать арты на Кёку. Нам две штуки нужно. А потом еще два берсерка. Так, электрослаймы явно... О, электропупс. Так, погодите, а нам лицо не сломают? Надеюсь, нет. Не, ну нужен сет, нужен сет, нужно еще плюс электроурон, чтобы Кекинга где-то что-то смогла. А что там, что там у тебя за Кёка? Она у тебя еще и на аватарке стоит. Ну вот громогласный рев мне как раз таки и нужен. 52-238. Так я могу сделать даже больше с этим-то мечом, но ты ж понимаешь, в чем суть вот этой сигны? Она ж не просто так. Если я просто возьму вот этот меч, то у меня ж там совсем другие цифры уже будут. Тут же у нас получается уже вот такая прелесть, типа 65-207. А ну-ка пойдем тыкнем кого-нибудь. О, да ёва, ребята. На вас и будем тестить. Мне что-то с тем мечом нравилось как-то побольше. И вот как бы и есть что-то у Кекинги по урону, а с другой стороны как бы и нету. Спасибо, вкусно. Физкека? Да я на физкеке-то отыграл столько. Я же на физкекинге-то сколько отыграл. Мне просто с C4 физкекинга играть — это преступление. Это очень страшное преступление, когда у тебя C4 кекинга и играть. Ну хотя... Чтобы получать бонус от C4 кекинга, нужно постоянно спавнить где-то электрореакции. Ну а когда ты физ кекинга, делать это чутка сложновато. Хотя Ешка, а потом... Непонятно как. Давайте проверим, просто попадание Ешкой, оно бафает или нет.
Да, конечно, чиби нужен. Для этого мне нужен сет. Хотя бы два кусочка. Так, давайте-ка проверим. Ну вот поймали мы Ешку, так? Тэпнулись к Ешке. Так, стоп, еще одну секундочку. При вызове электрореакций. Погодите. То есть она в соло у нас не играется теперь от слова совсем. Так, подождите, постойте тут. А, ну стоп, в смысле? Я сейчас могу выдать, допустим... Вот, смотрите, сверхпроводник. Да, 2600 стала атака. Угу. В итоге под кекингу нам нужно что? Чтобы она прям заиграла. Чтобы у нас постоянно... Чтобы у нас постоянно была электрореакция какая-то, любая. Что нам нужно под кейкингу? Что нам нужно? Синтю? Не. Так, самым правильным вариантом, наверное, будет... Сейчас мы его найдем. Да банально хотя бы Кэя. Ну не, там Чича будет лучше. Вот определенно там Чича будет лучше. А кстати, а действительно, подождите, а чё я? А чё я? Подождите, ну, чё я парюсь-то, вот же. Ну вот же. Вот. Ну вот же оно. Смотри, вот. Оно. Оно самое. То, что мне нужно было. Ешка Какоми. Чего париться, чего волноваться? Ну-ка идем тестить. Здрасте, мое почтение. Боник. Все, заряжен есть. Там уже где-то, наверное, даже и урон появился. Ому. Да, оно и хил, и плюс оно их заряжает. Так, вот это уже интересно. С вот этим уже можно играть. С этим определенно уже можно играть. Так, с кем бы поиграть, кого бы жмыхнуть? Да, сейчас пойдем зафармим 5 этих. 5 заходов на электроданчик. Может быть, чего и упадет. Во, пойдем туда. Да, получается, с Какомой это вообще отлично играется. Боник. Немножко тестовых забегов на Кицине. Угу. Меня электроданж любит, ну хочешь, физ. Кёку. Ну, физ, Кёка. Я и всю игру прошел. Прям всю. Ей приятно играть. Вот что-что, а играть ей очень приятно. Все, пойдем тогда в данжик. Попробуем чего-нибудь там выфармить. Оф, так. Да, оно. Еще можно упороться и плюхнуть себе вообще, так как это С4.
Кёка с бонусом 25%, типа на 18% можно на арты забить, собрать фуллсет себе. Нужно тестить. Короче, какой нафиг фуллсет? Какой фуллсет? Вы чё? Мне бы один арт нормальный получить, я уже был бы безумно счастлив. Короче, спасибо за кошку, жену. Чиби, Сань, запомни, это ты меня сюда отправил. И ты в ответе за то, что здесь со мной случится. Так, а что тут делать надо? А, ну да, электропупсы. Ну конечно. Ну, типа, Кёка с Йомой-то точно не сравнится, но... Просто, чтобы было разнообразие. Так, подожди, а ты по лицу нормально получаешь? Электро. Учитывая то, что ты тоже электро. Не очень. Можно бить не мух. Они меня доведут. Все, сюда нужен немножко другой отряд. Сюда точно нужен другой отряд. Я даже знаю какой. Ой, все. Достали. Сюда нужен мой легендарный геосквад. Да какие мухи, вы издеваетесь. Какие, блядь, мухи. Все, теперь я понял, о каких страданиях вот в этом данжике речь шла. Я держусь. Все, сейчас пойдем нормальным отрядом. Прям хорошим. Ну что, давайте посмотрим на наш первый заход за электро артами для кейкинги. Перышко. У ведьмочек, конечно, ведьмочки максимально хорни. Блин, а сколько там артов? Разных с ними. Хуета. И это туда же. Как вкусно, да? Первый заход уже показывает мне, что не. Ну не. Ну куда ты полез? Какие арты? Ты чё вообще хочешь? Вот что ты хочешь? Ничего не меняется, да, согласен. Так, ребят, его. Вот же оно, вот он, отряд мечты для этого данжа. Пойдем. Пойдем, сейчас. Сейчас, подождите, ульту только набью. На ведьмочек-то. Ой, косяк вышел. Так, ведьмочки. Там бычок стоит и тупо мукает. Ну ладно, забейте, ему там нормально. Чё мешать, чё тревожить? А я так понимаю, ведьмочки живут до ультиита и все. Да? А как вы издевались над моей кейкингой? Уф. А куда Ешка? Куда улетела моя Ешка? Ты, сюк, издеваешься? А, кстати. Токио, а почему ты любишь еду, которую ты любишь? Интересный вопрос, на который, наверное, будет какой-то интересный ответ. Флакри, привет. Почему ты любишь определенные фильмы? Наверное, ответ простой, потому что...
Ну да, вот ты и ответил на свой вопрос. Все, что еще здесь можно сказать? А можно что-то без защиты? Хоть что-то без защиты. А Токио, так а другой еды нету, получается? Или чё? Мне не нравятся данжи с артами. Я официально заявляю. Мне они не нравятся, они меня кибербулят. И ходить я в них не хочу. Ну голосочек-то. Блин, ну если за 5 густой смолы нам не выпадет и ничего. Данж Йома, ну новый, да, который будет с теми артами, придется. Я Симинаву почти 2 месяца фармил и ничего. Вообще ничего. Ничего, что хоть как-то могло бы заменить мою сборную солянку. А можно что-то кроме двух... Тупо по 2 пера. Вот мне тупо падает по 2 пера одинаковых, вот, с защитой. Это в смысле? Это как? Вот просто 2 пера и все, и больше ничего. И причем с защитой. Чё? Куда? Не, это может быть и смешно, но чё-то не мне. Я люто негодую от происходящего. О, удачно, удачно ульта там набилась. Не, вот Ита здесь чувствует себя нормально за счет размаха своих атак, и Ита здесь довольно неплохо. И опять ульта. Понимаю. Вот бы они еще не прыгали. Не, ну все, тут ульту трогать не будем, оставим. На последний заход. Ни одного. Я чувствую, что ни одного арта мы сегодня не получим. Да ведьмочкам нравится, они не против. Так с какой дед не нужен? Ну, тут... Когда у тебя есть какой дед, ты, в принципе, вообще можешь на все забить болт и играть ногой. Все. Чекайте, давай пера. Субару, я с БПшкой гонял и не жаловался. Ну как бы, я-то чё? И оба мусорные, да. Мы сегодня ничего... Вот тупо падает по 2 пера. Все. Как? А что здесь еще? Тут есть что-то, там шапка, я не знаю, ну... Хоть что-то, кубок может быть. Что-то же должно в этом данже еще падать. Не? В теории-то хотя бы где-то. Ой, хоть успел Ешку дать. Вот это хорошо. Так,
Чё-то нас не туда понесло, да? Ну что, ну что? Ваши ставки, ваши предположения. Я не знаю, мне еще даже F-ку нажимать не хочется, потому что это F мне сразу. Азур, спасибо за 3 кошка жены. Если я нажму, то мне F. Кирка, да ёва. Я вангую опять 2 пера. Оу. Оу. Флакри. А ты когда говорил, что кубок, ты говорил, что там хороший же кубок, да? Ну прям хороший такой кубок. Ты же, да, там же хороший кубок, правда? Так, из ненужного сета. Не? В смысле, не. Понял. ХП. Почему? Ну почему? Почему? За что? Козе? Ты видел во что там? Ты видел статы козы? Какой козе? Ну, криво-кьёка получается, все. По факту. Ой, бля. Ой. Что-то мизинцем ударился. Больно. Так они сами, я их не трогаю. Я их вообще не трогаю, они сами. Блин, как же классно он мукает. Как же больно. Ни одного, ну вот я же говорил, это по сути 10 обычных заходов в данж, ни одного арта. И только из последнего упало что-то, что не похоже на перо. Хотя бы отдаленно. И как с этим мириться? А, кстати, мы же пятую кёку с вами не выбили, шестую, то есть, ну, по сути, шестую. Так. Так. Так, ты тихо тут. Я еще не определился. Ну что? Ну, смекаете же, это же кёка. Не иначе. Перо из первого захода? Да куда? У меня же там есть уже какое-то. У меня какое-то. У меня 2 пера, и то, которое у меня было, которое валялось, оно явно лучше, чем то, что мы получили. Где он там? Вот, у меня был с шансом крита, с силой атаки и с восстановлением энергии. Зенбук, привет. Это, простите, лучше, чем... Вот это? Чем вот это? Чем вот это? Вот это? И вот это? Ну, как бы... Вот это, как ни крути, а повкуснее. Мы сейчас просто можем его качнуть до 6 и... Ой, до 8, да. И у нас сейчас прокнет что-нибудь вкусное. Я очень обрадуюсь. Последнее лучше, ты чё? Ты смотри. А. Ага. Так шанс крита тут есть. Чё-то хлам какой-то. Ну, с крит уроном это вот это. Ты серьезно думаешь, что вот это лучше? Каким-то образом может стать, чем вот это? Не. И то хлам. И то
на свалку. Тут полумеры такие, типа, ну, может быть, по... бонус гидроурона. Фига себе. Фига себе, я тортик. Да. Ну, блин, если и таскать какие-то арты, то... Где перо козы? Вот, допустим, перо козы берем. Смотрим, что у нас за перо у козы. Сила атаки, шанс крита, крит урон. Хорошо? Хорошо. Берем, скажем, на Йоме. То же самое, берем на Йоме перо. На Йоме у нас что? Сила атаки, крит урон, шанс крита. Хорошо? Хорошо. На ком у нас еще? Кем я там играю-то активно? Давайте на Аяке глянем. Может быть здесь? Сила атаки, шанс... Ладно, Аяка плохой пример явно. Ну, в общем, то, что там, с этим бегать я точно не собираюсь. Ну что? Во. А шутки шутками, мы уже 36 круток, получается, на крабеле. Так и да, кицины есть, кошка вайфу. Как иначе-то? Ну все, давайте, давайте мне еще одну кицину. Аж сразу две кицины прилетело. Угу. Так, подождите-ка, ну-ка. Фу, ужас. А что Какоми? Что делает у нас Какоми? С1. Тю, что-то там дамажить надо. Вознесение Нереида, это ульта, что ли? Так я одумался, я не трогаю, вы что? Это ульта. Не-не-не. Делать этого я точно не собираюсь. Ну, потому что два эти персонажа, они мной не используются вообще. Да и здесь тоже крутить нечего. Здесь нет повышенного шанса на ржавый лук. Я бы покрутил, наверное, если бы здесь был Ита. Я бы еще себе парочку Ита, ну, не отказался бы от них. Потому что он и так, сюк, творит какие-то чудеса, какую-то дичь. А если... А что у него созвездия делают? Явление жестокого... Ага. Получает один уровень невероятной силы. Каждые полсекунды в течение полутора секунд. Угу. За каждого члена отряда с элементом Гео время отката навыка уменьшается на 1.5 секунды. Аратаки Ита восстанавливает 6 единиц элементальной энергии. Каждые 1.5 секунды? Серьезно? Декаду Дим Нери, спасибо за кошкожены трапиков. На 1.5 секунды мы откатываем себе навык и получаем 18 единиц энергии, получается, за 1.5 секунды. Блин. Я бы вот кого хотел, С6. Что? Крит урон заряженных... Атак Аратаки Ита повышается на 70%. С вероятностью 50% запуск Аратаки не расходует невероятную силу. Подождите, что?
Вот просто крит урон заряженных атак и то повышается на 70%. Вот просто у тебя C6 и то, и вот тебе просто на тебе 70% крит урона. Вот просто так вот на. Не, ну само собой не просто так, ну потому что это C6 ита. Мне нужен C6 ита. Однозначно. Хотя, а зачем мне Венти и Аяка? Куда мне их присобачить? Мне вот что нужно, мне нужен C6 ита. Все остальное просто как-то меркнет. Ну все, я хочу C6 ита. А еще я хочу C5 меч, наверное. Ох, на 7% даже C1 апает. 7% защита. И на 10% от защиты. Урон обычных и заряженных атак. Ох. Я бы не отказался от C6. Камнеруба и C6 ита. Сахарочек, спасибо. Спасибо за кошку-жену. Я бы прям вот вообще не отказался. Не, ну я бы поиграл, я бы с большим удовольствием поиграл. Так. Так-так. У меня вообще созрел план, чем можно заняться. Мне просто лень что-то делать. Я очень ленивый такой, прям вообще-вообще. Сейчас я максимально ленивый, поэтому у меня созрел коварнейший просто план. Ну, рано или поздно я должен был этим заняться, правда? Я хочу посмотреть, что там с электрочайником. Блин, надо же Сакуру прокачать еще на 2 уровня сегодня. Надо же прокачать Сакуру. Так, стоп, сменить форму обителя. В смысле 40 уровня? А я какого? Шелковый павильон. Уникальное очарование острова с многоуровневым... Ага. Не понял. Вообще не понял. А где? Подождите, у меня есть эта штука. Вот она. А где она? Так, ты где? А, ее активировать нужно? А, ой. Простите, бывает. Так, во. Да. Стоп, что? Подождите. Не-не-не-не-не. Похоже, отменяется. Похоже, отменяется наша электрочайника пока что. С большой долей вероятности она отменяется. Айден, привет. Потому что я тут поля засеял и все такое. Они вон через 2 дня дорастут. Не, так это после возвращения обратно. Я ж обратно не собираюсь возвращаться. А стоит ли покупать луну, если есть возможность, обязательно. Хотя я вот сейчас-то сам без луны бегаю, но надо будет сегодня взять, потому что без луны... Я-то думаю, чё у меня гемов так мало, у меня луны нет. Я-то думаю, чё у меня крутки не копятся. А вообще, у меня созрел, знаете, какой коварный план? Надо брать не луну, а надо брать 5 лун. Вот. Берем 5 лун. Блин, или там 6 нужно? Подождите, сколько лун нужно? Так, 300 мы получаем за 1 луну. Так. Так не, мажор, просто костюм можно бесплатно получить. Я говорю вот про что. Мы покупаем 5 лун, скажем. Получаем кристаллы.
Заходим вот сюда, и за... И за эти кристаллы мы покупаем костюм. И получается, у нас и луны на полгода, и... И вот. 6 надо. Поняв. Ну, это просто... Чтобы костюм не покупать, допустим, если кто-то хочет костюм купить, чтобы не покупать его вообще вот просто впустую, а взять луны, и луны будут, и костюмчик будет. 5 не хватит, ага. Значит, 6 лун, 30 долларов с нынешним курсом. Я думаю, пока моя кицина не очень хочет это платьишко. Потому что стоит оно, простите, как новый iPhone. Так что, пожалуй, не сейчас. Прям вообще не сейчас. Подождем лучших времен. А если возьмешь 12 лун, то и на Нинку хватит? Конечно. Хватит-то хватит, а потом придется есть кого. Кого потом есть? Я и так уже съел весь подножный корм. Так. Нас ждут сундучки. Да, давайте дапаем. Нам всего-то осталось 49 печатей. Чё такого? Вот бы они еще костюмы почаще вводили. Было бы вообще шикарно. Ну, вспомните, год прошел. Год, почти год. Прошлым летом на летнем ивенте с островами ввели вот эти костюмы. И прошел уже почти год. Все. И вот только сейчас у нас появилось еще 2 новых костюма. Типа, по 2 костюма в год? Такое. В смысле полгода? Какие полгода, Нери? Ты чё? В начале лета. В начале лета ввели этот летний ивент. А уже как бы... Середина где-то весны. Ну, начало весны, ладно. Почти год. А эти костюмы... точно. Это я до них добрался... Точно. А вы что, до них добрались раньше, чем я? Это я немножко заслоупочил. Самую-самую малость. Вот чуточку. Да, я еще и на Нинку-то халявный не получил. Опачки. Опачки, погодите-ка. А где это у нас эта штука спряталась? А, вон там, серьезно? Вот прям на самом... Да я ж здесь был! Я здесь бродил еще, когда только сюда попал. Как я мог вот это не залутать? Что мне не позволило эту штуку залутать, этот ключ? Как я мог пройти мимо? Ну, неужели здесь все? Ни сундуков, ничего. Это же одна из 3 башен, правильно? Правильно. Ну как я... Ага, а здесь еще один ключик. Только вот я боюсь, что ключик-то нифига не снизу. И как бы нам не пришлось... А давайте переключим день и посмотрим, что произойдет. У Джин вообще 2 костюма? Чиби, то, что прислали разработчики, там, ну, такое. Не очень считается костюмом. Так, там кусочек покусанной башни. Это как бы мне так... Заползти? А и полезли, чего париться? А. Так просто? Мне просто еще и книжечки всякие искать нужно. Я думал, здесь какой-то подвох будет, а оно вон а как. Нет, сундуками вообще не пахнет.
И близко нет ничего похожего даже на сундуке. Ладно, тогда будем считать, что этот маленький островок мы закрыли и пойдем на следующий. Лучше лишний раз все пробежать, посмотреть. Пусто. Просто пусто. Для меня здесь ничего не оставили. Да тут повсюду подвохи на самом деле бывают. Главный подвох, пожалуй, это то, что мне ничего не оставили. Мне плюшку никакую не подогнали. Но я хочу наверх. Будь я разработчиком, я бы что-нибудь туда припрятал. Я бы определенно туда, вот туда, что-нибудь припрятал. Влада, спасибо за фоллоу. А вот сюда. Опа, даёва. Вот это мы удачно зашли. И геопупсы, мои любимые. Ну и ладно. Ой. Ой. Неловко получилось, да? Угу. Так, тут мы тоже не очень бойцы. Оф. Вот он, главный подвох этого маленького островка. Это геопачка против геопризрачков. Чё ж мне так прёт сегодня? То я пошел на геокуб геопачкой, то я на геопризраков наткнулся той же пачкой. За что? И еще мне кекинга сегодня не упало, так что у меня игра сегодня будет просто по КД. Так, призраки, дорогие мои, я надеюсь, вы вылезли же не просто так, да? Вы же вылезли потому, что вы чего-то от меня скрывали здесь. Правда? Так, я спокоен, надеюсь, вы тоже спокойны. Вот бы они еще могли падать. Какое мерзкое животное. Во. И снова эта музыка, которая мне очень напоминает пиратов Карибского моря. Все. Мы справились. И знаете, что нам за это дали? Знаете? Наверное, не знаю. Развернись. Наверное, не знаете. А вот и я не знаю. Подождите. Пардоньте, ребятки. Дважды я на это не поведусь. Не, ну кекинга, да? Возьмем ее с собой. Ладно, пускай приходит в форму. А ты кем ультуешь-то? Зачем ты это делаешь? Ну и да, и по этим островам все-таки лучше бегать с кекингой, потому что электрозагадки и все прочее. Не, сюда натыкали... Смотрите, в чем главный подвох. Сюда натыкали призраков, которые якобы обычно должны что-то охранять. Где-то же что-то должно быть. Я ж чувствую, что здесь что-то от меня спрятали. А ну мы еще, кстати, не на самой высокой... Ага. Типа, вот, я понимаю, как это устроено. Я бегаю сыто в отряде, они дают мне геопризраков. Я взял Йому, там уже сверху летают пиропризраки. Они издеваются?
Может быть, здесь что-то припрятали. Все, мы на самом верху уже, выше некуда. Где моя награда за страдания? Я же зачем-то сюда тащился. Сундуков нет, ничего нет. Давай, Кейконга, на тебя здесь вся надежда, прям вообще вся. Понял. Если что, я люто негодую с того, что происходит. Ну-ну-ну-ну, вот, 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 взял Йому, мне дали этих призраков теперь. Если я возьму Вита, я уверен, что мне опять подсунут Гео призраков. Это ненормально, так быть не должно. Меня еще и заскамили тем, что они натыкали призраков. Мол, ты посмотри, посмотри, призраки, они, наверное, что-то охраняют. Может быть, там есть какая-то лутинка? Ага. Сразу две. Ну, серьезно, здесь вообще ничего нет. Все. А мы излазили прям все вдоль и поперек, кроме, наверное, этого столбика. А зачем здесь столбик? Агикор, спасибо за две кошки жены. Наверное, он для чего-то нужен. Ага. Как и все на этом острове. Он определенно для чего-то нужен. Так, а нам, ребят, пора сделать небольшой перерыв. В этот раз я точно не забуду заварить кофе. Нэри, спасибо. Спасибо за кота-пиццу. Спасибо. Вот как раз она на перерыве мне и пригодится. Угу. А я вам на фоне оставлю, пожалуй, Кицуну. Потому что я сам по ней соскучился, да и вы, я думаю, тоже. В общем, 5 минут и продолжим.